Как-то привыкли, так были воспитаны, что сами делаем. Заготовки с оленей делаем, огурцы, помидоры, арбузы. Нет. А время зачем на это терять? Большое количество делают заморозку. Вот. А так консервирую все, что есть. Мне кажется, легче купить. Ну, либо берем у мамы заготовочки. Ну, мы замораживаем, но не крутим, не солим, не варим вареньем. Мы только свежие. Мы не занимаемся. Покупаем его в магазине. Консервы и соленые, и борщевые приправы. Все есть в погребе. И помидоры, огурцы, все такое, салат. Наш экспресс-опрос показал, большинство оренбуржцев, а это 50%, делают заготовки на зиму. Засаливают огурцы, помидоры со своих огородов, а также закручивают салаты и варенье. Они уверены, что своя продукция полезнее. 40% респондентов предпочитают зимой покупать овощи и ягоды в магазинах. Они считают, что лучше потратить деньги, чем время. И 10% опрошенных берут заготовки у родственников.